И все приветочки, дорогие друзья, с вами Yellow Super. И сегодня мы проходим карту под названием «В поисках звезды Ада». Ну что же, приступим к прохождению данной карты. Так, ну, я вам расскажу одну новость, то что у меня собственная лицензия, как видите, мой ник Yellow Super, и все нормально. Мы можем поиграть на лицензионных серверах и прочее. Ну, так, приступим к прохождению карты. Так, привет для сайта. И зачем-то свинья. Так, давайте прочитаем. Карта сделана для сайта MC Downloads. Кто не знает этот сайт, зайдите. Там дальше читать не будем. Добро пожаловать на мою карту. Не судите строго, так как это моя первая карта. Вам придется пройти множество испытаний на карте. Это картина, за которым находится сундук с вещами. Карту сделал Dagun 009. Запомните, это вам пригодится. Dagun 009. Погнали. Тут ничего, надеюсь, нету. Сори, я сломал картину. Ладно, давайте пройдем дальше. Чекпоинт. Ставим туда яйцо. Так, левел первый. Паркур из кактусов. Ой-ой-ой-ой. Одно из нелюбимых моих паркуров — это кактус с кактусами. Но я должен пройти... Нет, я сгорел. Не понял. То это сейчас только что было. Опс. Вот это да. Вот это поворот. Опять я сгораю. Ну что же это такое? Что за фигня, ребята? Я уже не могу пройти паркур с кактусами, который легко проходится. О, все. Ну тут, конечно же, что... О, я... О-о-о-о-о-о-о. Нифига себе тут... Так скажем, нехило. Подарочек нам. Далее. Так, это... Сложим все сюда. Чекпоинт. Левел 2. Но я тут могу скритрить, конечно. Вот так вот сделать. Схитрил. Ну, я хотел, конечно же, вот так вот сделать. Блин, не так. Но все равно. Ой. Пошел отсюда. Опять я умер. Нет, давайте не будем так... Так, не будем проходить. А, как я захочу, только пройдем. Все, мы прошли. Левел 3. Так, это у нас лабиринт. Так, проходим лабиринт, лабиринт, рандом. Там не было картин случайно? Не, не было. Я думаю, сюда, а потом... Ё-моё, тут тупик. Надо все время идти вперед. Ну-ка. Так, может быть, и придем к верному пути. Вот, что же я говорю? Чекпоинт. Что у нас? Задание. В этом испытании вам придется перемещать блок гравия так, чтобы он упал в дыру. Если вы сделаете все правильно, то вам откроется дверь. Все понятно и ясно объяснил нам автор карты. Так, и где же этот блок гравия находится? Так. Где он? Опс. А, вот он. Так, первым делом надо нам его вытащить. И резко так, хоп, потом сделать так, потом его толкнуть, потом сюда, потом... Нет. Да, все правильно. Дальше нам придется сделать... А, вот, я думал уже все, карта неправильно сделана. Так, и осталось нам чуть-чуть его протолкнуть, этот камешек. Ну, гравий, я имею в виду. Все. Юпи! Нам открылся проход на следующую локацию. Так, чекпоинт, левел 5. Подсказка. В этом испытании вам придется найти все сундуки, в которых будут находиться материалы. Из этих материалов вы скрафтите лук. Он вам понадобится за тем, чтобы вы смогли пострелять в тире. Если попадете во все мишени, вам откроется дверь. Удачи, брат. Так, ладно. Нашел паутинка. Да, а что, ломать-то можно или нет? Ход нет.
Ну, я, в принципе, так на это все. Я надеюсь. А то, как... Ого. Как помните, там, прохождение Арчи... А, наследство Арчи, там я искал вообще, там, кирку сделать надо было, алмазы. Там вообще большая такая карта почти. Надо было найти 3 алмаза и 2 палки. Это просто жуть была. А тут, я думаю, будет довольно легко нам найти. Тем более, я уже нашел половину. И остается совсем чуть-чуть. А почему так не... А, так нельзя сделать. Я уже думал, так можно сделать. Вот где еще находится? Неужели под этим? Хотя нам вряд ли здесь находится, я этого думаю. Да, но вряд ли находится. Вон, вижу. Все. Я зря, конечно, вот это все ломал. Но там не объяснялось, находится ли. О, оно! Где-то там. О, черт. Крайне немирный, кажется, надо. Так. Все, мы скрафтили лук. Эй. А, вот так вот. Все, мы скрафтили лук, и мы можем отправляться дальше. Вот так вот. Нет, наверное, надо включить все-таки мир. Ой, нормально. Так. Итак. Все, нам открылся путь. Опять нам нехило дают награду. Все. Это все опять же ложим сюда. Кстати, надо похавать. Нам у нас восстановилось все. Что за подсказка? А. Все. Я понял. Это от предыдущей локации. Левел 6. Мне вполне знакомо, что это за лабиринт. А, ну я же съел золотое яблочко, мне все равно, мне все равно. Я пройду это спокойно. Левел 7. Йо-хо, это тиран, я так думаю. Ты что, оборзел? Ты что, оборзел? Я его не успел ударить. О, спасибо тебе, скелет. Ты пролетел намного дольше. Так что все. Спасибо. Левел 8. Так, ничего там не было. Паркур. Я, в принципе, люблю паркурить, но... не так уж сильно, как хотелось. Так, утюг. Опа! Хоп! Ай, господи! Такой маньяк. Как так-то? Не могу пройти. Мне пройти. Так. И. Так. Вау, пустыня. Так, чекпоинт, что там? Ух ты. Надеюсь, здесь полегче. Ну-ка, а если так? Нет, не долетим. Плохая идея. Мог бы и не пробовать. Так. Мы проходим эту замечательную карту. Вот так. Да какого фига я упал? Не могу понять, что за фигня у меня происходит. Сегодня какая-то фигня. Если у меня слышно какие-то фоны сзади, то простите. Мне не желалось бы, чтобы они были слышны на моей съемке. Ну вот и тоже сейчас вот точно допрыгну. Ну-ка, что тут я не могу допрыгнуть? Опять я не мог допрыгнуть до гребаного забора.
Не по-русски выразился. Да гребано. Что за забор? Это что такое, а? Я не могу. У меня уже голод начался. Вы понимаете, у меня голод начался. Это все. Это конец всему. Придется жрать яблоки. А если мне хочется яблоки, то что? То что? Иди отсюда. Злобный паукан. А то пельмешей тебе надоет, потом будешь плакать. Своими паучьими глазами. Так, ну теперь я стараюсь все по-быстренькому пройти. Не зажимая shift. Во. 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 Ого, я уже думал, все, каюк. Так, ё-моё, ёшки, ты дрын. Я упал. Такого не должно было быть. Я-то знаю, как тут пройти. Тут абсолютно легко проходить. Так-с. Опа. Ого. Эть. Эть. Качапури. Как так? Я же почти допрыгнул. Ага, ребята. Ненавижу такой паркур. Хотя и говорил, что люблю паркурить. Вы не верьте мне. Я не люблю паркурить. Так. Я сейчас этот железный блок сломаю. Чертям собачьим. Да хоре там гореть. На-на-на-на-на, мы пройдем. Надо себе говорить, я пройду. Я обязательно пройду этот паркур. Я пройду. Да как так? Как запрыгнуть еще можно? Так, самовнушение внушаем. То, что мы пройдем этот паркурчик. Я пройду. Абсолютно я. Ого. Уверен. Я пройду этот. Так. Ну, на самом деле там не упоминалось, что так нельзя делать. Но. Ох ты, мне даже можно было не прописывать. Все. Во-во-во-во-во-во. Так. Так-так-так. Побежал. Черт, плохая идея. Постараюсь побыстрее. Ой. Ой. Опять ты забор. Ну как я тебе не люблю заборчик? Все. Блин. Забор, ты дурацкий забор. Как я тебя ненавижу. Да почему ты так не прыгаешь высоко? Как хотелось бы. Так, так. Яблочко, помоги мне. Помогло яблочко. Я почему-то прыгаю, у меня почему-то сразу он скорость сбавляет. Почему это, я сам не знаю. Вот опять. То ли я не дожимаю клавишу, то ли что-то еще, то ли глюки в игре. А-а-а! Сейчас сломаю. Так, прохождение молча. Попробуем молча пройти. В таком случае, если я не смогу сейчас пройти без чек... Ой, без чекпоинта, без спаунпоинта, то я сейчас... Все, я ставлю спаунпоинт, когда буду перебираться на другой берег. Хотя хочется проходить без чекпоинта... Ой, без спаунпоинта. Ой. Так. Так, так. Ага. А, я забыл чекпоинт поставить. Я чекпоинт забыл поставить. Как так? Как так?
Дожились, не можем мы пройти. Я уже тут, наверное, целый час не могу пройти этот паркур. Так, спаунпоинт. Так. Спаунпоинт. Так. Так, да, есть, я прошел наконец-то, я прошел. Yes, yes, стоп, я прошел. Левел 9. Задание. Сколько звезд на флаге США? По-моему, если не ошибаюсь, 56. Ой. Не 56, а 50. 50, по-моему. Блин, я если честно помню. Ну, 50, по-моему. Да, 50, я отгадал. Ого! Ого! Ого-го-го-го. Все, мое-мое-мое. Мое-м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 ое. Все прошло. Тут-тут-тут. Ну что тут нет? Ах, проходим дальше. Левел 10. Только не говорите, что в печке надо лазить, искать рычаг. Здесь вам придется найти рычаг, поставьте его на дверь алмазный уголок. И дверь вам откроется. Ну, рандомно, если так предполагать, то он находится где-то здесь. Наверное. Давайте я сначала стенки обшарю. Потом обшарим. О! Потом обшарим низ. Нет, скорее всего, вверх. Потом уже вверх обшарим. О, еще яблоки. О, алмаз. Так, теперь начнем здесь. Я сначала со стенок начну искать, конечно. О, книга. Подсказка. О, подсказка. Я понял, смотрите. Вот здесь, кажись. Нет, это алмазы. Смотрите. Вот если вход, да, то посерединке, слева, и еще раз. Здесь, что ли? Раз, два, три. Мне что-то мне не помогло. Хотя ведь... Я догадался. Вот это вот. Здесь это было. Все. Левел 11. Ого. Все, турим. Так, что это у нас? Это боблик. Возьмите из сундука мечи и кидайте их. Если вы попадете на все дорожки, то вам откроется дверь. Пяу. Ой. Пяу. И что это за мечи? Все. Ну здесь еще не все. Эй. Что за фигня? Во, все открылось. Бонус. Хотя зачем это я все беру? У меня один вопрос. Если я этим не пользуюсь. Все взяли. Так, о, это конец. Да, друзья, это конец. Так, давайте посмотрим, что тут у нас есть. Ничего. А где? А вот, конец. Красава, братан, ты прошел первую часть карты в поисках звезды ада. Всего я предполагаю, что будет 3 части. Я, конечно, не уверен, но постараюсь сделать 3. Оцените мою карту по 10-бальной шкале и судите, пожалуйста, строго, так как это моя первая карта.
Ну, короче, все, жми на кнопку и врубай креатив. Вторая часть уже в разработке. Dragon 009. Угу. Надеюсь, правильно прочитал ник. Ну-ка. Я это сейчас быстренько все возьму. То вдруг мне это точно куда-то нибудь. О. Все, это победа. Так, ну давайте хотя бы, как всегда. Ну, я первый раз делаю. Взорвем эту карту. Поставим немного TNT. Так, вполне нормально. Поставим. И взорвем. Все, думаю, хватит. И взрыв. И взрываем. Вот здесь еще. Вот так вот, все разорвалось. И все. И наше прохождение карт подходит к концу. Надеюсь, вам понравилось, как я прохожу эту карту. Ставьте свои огромные пальцы вверх. С вами был Вулсупер. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.